Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня у нас начало вот этого прекрасного джемпера, еще у меня тоже начало, я в процессе, но это будет первая часть, вот эта вот круглая кокетка, по петелькам, по ряду, по рядам, по петелькам мы ее с вами свяжем. Свитер, девчонки, я сразу скажу, что это рекомендация для таких пышных девочек. Он будет с удлиненным регланом, с азиатским ростком. Это анонс. Вот, поэтому вот такой вот джемперочек на зиму. Вот, вяжу на заказ. 48-50 размер где-то. Ну, на себе сфотографирую на 46-м. Ну, вот это вот манекен у меня тоже 40-го размера, поэтому все выглядит не так, как должно. Ну, я думаю, вы поймете. Значит, я вяжу на заказ вот такая вот итальянская пряжа Гарда. Да, я так понимаю, Гарда называется. Где ее купить, не знаю. Это не реклама, это я просто показываю то, из чего я буду вязать. 70% хлопок и 30% альпака. Я же предлагаю вам вот такую вот аналог этой пряжи. Очень похоже, вот смотрите, полностью идентично, только длиннее, чем вот это. Почему-то не знаю. А, потому что хлопок, он тяжелый. Вот поэтому. А здесь у нас, здесь у меня, как бы по толщине она одинакова. Вот. А вот по длине не одинаково. Здесь 50 метров 105. Ой, 50 граммов 105 метров, а здесь 50 граммов 145 метров. То есть вот этой пряжи нужно меньше. Ну, тут понятное дело, что бюджетный состав 13% шерсти, 41% полиамид, 46% акрил. Ну, это то, что похоже, и то, что, как по мне, очень такое взаимозаменяемое. Ну, вот как бы для этой пряжи, чтобы выглядело идентично. Ну, и бюджетнее. Вот, Украина, пожалуйста, переходим по ссылочке, вы можете приобрести эту пряжу на джемпер. Пока не знаю, сколько уйдет. Это вам нужно ждать второго видео. Вот, пока у нас только так. Значит, нужно мне, у меня будет 12 рапортов. Использую я схему из интернета. И для начала 12 рапортов, каждый из них состоит из 8 петель. А 12 рапортов, это у нас будет 96 петель. Все я потом измерю в сантиметрах. Плотность и все остальное. В данном видео, еще раз повторюсь, у меня просто как бы разбор вот этой вот схемы для новичков по рядам, по петелькам, по рядам, по рядам, по рядам, по рядам. Ой, господи. Значит, делаю петельку, набирать я буду вот таким вот способом, потому что у меня будет, девчоночки, у меня будет подшить двойная горловина, как бы подогнута, и я набираю 96 петель. 2 95 96 петель. И теперь я замыкаю это все дело в кольцо и буду вязать по кругу. Спицы у меня, забыла сказать, как обычно спицы 3 миллиметра у меня. Вот, пока для резинки. Вот здесь проверяем хорошенечко, все проверяем, чтобы у нас ничего не перекрутилось. И начинаю я вязать резинку 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Итак, по кругу вяжу резиночкой до нужной мне высоты. Итак, я вот провязала 24 ряда. У меня, девчонки, в сантиметрах это
высоту 8 сантиметров, то есть 2, сама горловинка у меня будет 4 сантиметра, потому что она будет двойной. Как же я буду присоединять? Значит, смотрим, вот она петля, которая у меня первая. Ну, здесь вот хорошо, потому что узелок, мы не потеряемся. Я отворачиваю на изнаночную сторону, и вот она, эта петля лицевая, вот она. Я его держу, первую петлю, отсюда петлю я снимаю, далее одеваю эту лицевую петлю, как бы с, эту же петлю, но сначала одеваю на спицы, на левую спицу, потом возвращаю эту петельку и провязываю их две петли вместе лицевой. Я уже все петли буду провязывать лицевыми, поэтому следующую петлю я снимаю, далее у меня идет изнаночная, вот она, я ее цепляю, одеваю на левую спицу и провязываю две петли вместе лицевой. Снова лицевая, вот она лицевая, видно. Тут важно, девчонки, не сместиться, чтобы не пошло наперекосяк. Вот изнаночная. Ой, сначала петлю снимаем, то есть первая петля при провязывании должна быть с этой стороны, то есть всегда мы снимаем петлю, потом только одеваем, возвращаем эту петлю и провязываем две вместе. И так по кругу, пока мы не соединим все петельки. Смотрите, какая резиночка получается, аккуратненькая, двойная. Здесь тоже все получится очень аккуратно, естественно и прям по фабрично. Итак, смотрите, вот такая горловина у меня получается прекрасная. И, значит, схему я использую из интернета, но буду прорисовывать свою еще в параллель вязанию. Вот, если считать первый ряд, у нас все петли, все как бы лицевые петли. И, соответственно, второй ряд у нас четный, он по узору. То есть точно так, по узору, как первый ряд. Если у нас лицевые петли, то у нас лицевые петли. Если потом получатся изнаночные, то будут изнаночные далее. Значит, второй получается я ряд вяжу, и я разделю в этом ряду на вот эти вот рапорты по 8 петель. Я меняю спицы на 3,5. И провяжу еще ряд, как бы четный, вот, и разделю при этом по 8 петель. Раз, два, видите, за верхнюю стенку, за переднюю, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Маркер, всего 12 рапортов. 2 3 4 5 6 7 8. Маркер, так вот они, мои 12 рапортов, разделены маркерами. Теперь у меня третий ряд, это у меня 7 лицевых, накид, лицевая, накид. Смотрим,
Каждый аэропорт у меня так будет. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, лицевая, накид. Следующий аэропорт. Снова 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, лицевая, накид. И так по кругу. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все 12 рапортов. Накид, лицевая, накид. Последний конец, накид, лицевая, накид. И теперь у нас четвертый ряд, который у нас по узору. Сейчас внимание, я его рисовать не буду, но здесь у нас накид провязывается изнаночной петлей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид провязываем изнаночной, лицевая, изнаночная. Наверное, нужно его рисовать, да? Как думаете, девчонки? Четвертый ряд отсюда поворотный. Лицевая, изнаночная. Здесь лицевые. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Четвертый ряд. Так и делаем. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Изнаночная, лицевая, изнаночная. И так весь круг. Изнаночная, лицевая, и вот конец ряда. Девчонки, у меня конец ряда, начало конец. Вот здесь обозначить, я помню, что это красный маркер. Да, отметьте каким-то одним цветом, чтобы не путаться. Итак, пятый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь у нас изнаночная, накид. Изнаночная, накид. Пятый ряд. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ой, я неправильно нарисовала, девчонки, неправильно. Накид у нас вот здесь вот, а первая у нас идет изнаночная. Вот, вот несоответствие. Значит, изнаночная, накид, лицевая, накид, изнаночная. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Изнаночная, накид, лицевая, накид, изнаночная. Итак, все рапорты.
Ой-ой-ой. Итак, у нас шестой ряд. Шестой ряд у нас по узору 7 лицевых. 3, 4, 5, 6, 7. 2 изнаночные. Лицевая. 2 изнаночные. Раз, два. Это у нас шестой ряд. Так, вот четвертый. Итак, 7. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 изнаночные. Раз, два. 1 лицевая. 2 изнаночные. Раз, два. Так, снова 7 лицевых. 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 7 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. Так, и вот таким вот образом у нас это будет 6, 7, так как я пишу вот здесь, вот это значит 7 сюда, 7 и 8 ряд. Далее у нас пойдет 9 уже с изменениями. То есть я сейчас вяжу вот этот круг, довязываю еще 2 точно по такой же схеме. Итак, я провязала 7 и 8 ряд. Вот видно, здесь 1, 2, 3. 3 ряда одинаково. Видите? Теперь 9 ряд. 9 ряд у нас вот здесь вот нужно развернуть 2 петли вместе. Ой, 2 петли лицевые и провязать вместе лицевую с уклоном влево. 3 лицевые. Вот эту палку ее там нет. 3 лицевые. И теперь 2 вместе лицевую с уклоном вправо. 2 изнаночные, накид, подождите, нет, здесь у нас после двух вместе накид, 2 изнаночные, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, накид, еще раз, так, 2 вместе лицевой с поворотом влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с поворотом вправо, накид, 2 изнаночные, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, накид. Думаю, понятно. 2 петли у нас добавляется. Вообще-то добавляется 4, но и убавляется 2. Поэтому 2 по сути. Еще раз. 2 лицевые, ой, 2 вместе лицевой с поворотом влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с поворотом вправо, накид, 2 изнаночные, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, накид. И так по кругу, целый круг. Круг я провязала. Теперь 10 ряд по узору у нас. 10, значит, у нас. А что я пишу вот? А вот спросите у меня, пожалуйста, почему я пишу вот с этой стороны? Это я подразумеваю поворотные ряды. Значит, 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у нас лицевая и 3 изнаночная. 1, 2, 3 лицевая и 3 изнаночная. Видите, здесь нужно прорисовывать ряды, потому что непонятно. Итак, 10 ряд у нас 3 лицевые. 1, 2, 3, ой, 3, 5, 4, 5,
3 изнаночные, раз, два, три, 3 лицевые, раз, два, три, и 3 изнаночные, раз, два, три. Все правильно. 5 лицевых, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, 5 лицевых и так далее. Еще раз, 1, 2, 3, 4, 5, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 3 лицевые, 1, 2, 3, и 3 изнаночные, 1, 2, 3. Так по кругу до конца ряда. Так, далее у нас 11 ряд, 2 вместе, лицевая, 2 вместе, накид, 3 изнаночные, 3 изнаночные, накид, 3 лицевые, придется перерисовывать схему, накид, 3 изнаночные и накид. Снова у нас 2 накида, 4 добавления и 2 убавления, значит, снова 2 вместе с уклоном влево, лицевая, 2 вместе с уклоном вправо, накид, 3 изнаночные, 2, 3. И снова я не там нарисую. Да, господи. Здесь лицевая, а здесь 2 накида. Все, я перерисую. Лицевая, накид вот возле вот этой вот. Давайте я вот так вот накид зарисую. Лицевая. После. То есть здесь у нас лицевая, накид, лицевая, накид и лицевая. Это же у нас листочек, лепесточек появляется. Раз, два, три. Накид. Так, новый рапорт. 2 вместе лицевой с уклоном влево. Лицевая. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Накид. 3 изнаночные. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 изнаночные, накид. Здесь снова 2 вместе с поворотом влево, лицевая, 2 вместе с поворотом вправо, накид, 3 изнаночные. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 изнаночные, накид. Так по кругу. Итак, девчонки, 12 ряд. Уже буду рисовать здесь. 12 ряд. У нас будет 3 вместе. 4 изнаночные. Раз, два, три, 4. 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. 4 изнаночные. Раз, два, три, 4. Итак.
3 вместе мы вяжем, вот 3, вторую мы ставим поверх первой и провязываем 3 вместе, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 4 изнаночные, 1, 3, 4, 3 вместе лицевой, это следующий раппорт, 3 вместе лицевой, 4 изнаночные, 5 лицевых, 4 изнаночные, и так по кругу. В этом моменте, девчонки, у меня катастрофа, 5 рядов, у меня нет видео. Сначала я хотела, конечно же, видео выбросить, думаю, да ладно, не буду снимать. А потом посмотрите, это я уже монтировать начала, когда уже у меня почти готов джемпер. Думаю, не буду я это снимать, думаю, ну не будет видео, не будет, да и не будет, довяжу джемпер, да и все. А потом все-таки посмотрела на него, думаю, нет, ну он же классный получается, ну как я могу его не снять, вот и не поделиться, вот, вот скажите мне, пожалуйста, ну вот как. Поэтому 13, 14, 15, 16 и 17 ряд я покажу на образце, а далее снова будет на вот этом вот виде, которое снялось. Вот схему вам перерисовала, я ее оставлю прямо в начале. Вот, чтобы вы по ней как бы ориентировались. И тут ключевой такой интересный, ну, важный момент у нас в 13 ряду. Вот, накид 3 вместе, а тут 3 вместе нет. То есть в 13 ряду, вот сейчас у нас 13 ряд, девчонки, я вяжу 13 ряд. Значит, здесь нам нужно перенести маркер на одну петлю вправо, потому что здесь у нас будет 3 вместе. Значит, 13 ряд, перенесли маркер на одну петлю вправо, накид 3 вместе таким вот образом, меняем местами вторую с первой, накид 4, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 изнаночные, вернее, вот, а здесь я уже перенесла в предыдущем ряду, то есть у вас вот так вот, вы переносите 3 изнаночные, переносите, а 4 здесь, которую мы провязываем, накид, 3 вместе, лицевой, то есть по кругу вы все маркеры перенесли на петлю вправо, потому что, чтобы провязать вот эти 3 вместе. И накид уже делаем за маркером. Накид, 3 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 изнаночные. А этот маркер мы тоже переносим. Это если подразумевается круговое вязание. Вот, и эта петля уходит в следующий раппорт. Вот, вот так вот. Но это у меня не раппорт, это у меня вот такие вот просто петли дополнительные. Здесь я вяжу просто два раппорта для вашего понимания. Что я буду делать? Я буду вязать вот таким вот образом, чтобы у вас получались... Так, что я буду делать? Я вот специально взяла носочные спицы, чтобы получались как бы круговые ряды. Я вот буду вязать далее с как бы
лицевым рядом, да, а там буду делать вот такие вот протяжки. Не обращайте внимания, нам важно, чтобы вы поняли, вернее, мне важно, чтобы вы поняли. 14 ряд, я вот так вот его отделю, эта схема уже хорошая, так что, девчонки, вы ее в конце видео или в начале видео, я ее выставлю, просто заскриньте и по ней вяжите. Значит, эти петли у меня дополнительные, раппорт 14 ряд. Изнаночная, 1 изнаночная, лицевая, 4 изнаночные, 4, 7 лицевых, 3 изнаночных, 1 раппорт, 2 раппорт, 1 изнаночная, лицевая, 4 изнаночных. Здесь повернуты не так петли. 7 лицевых. 3 изнаночные. И так по кругу все петли вы вяжете, я довязываю до конца. Так, снова я начинаю как бы круговой ряд. Я передвигаюсь сюда. Так, 15 ряд. Это мои дополнительные петли, я их провяжу. Ой, мне нужно кромочную провязывать. Так, накид 3 вместе лицевой, меняем местами. Накид 3 изнаночные, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые. Изнаночные, накид 3 вместе, накид 3 изнаночные, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 3 изнаночные. Так, 16 ряд. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 4, вернее, изнаночная, лицевая, 4 изнаночные, 9 лицевых, 3 изнаночные. Так, следующий раппорт. Изнаночная, лицевая, 4 изнаночные, 9 лицевых, 3 изнаночные. Так, это был 16 ряд. И 17 последний ряд на этом кусочке. Все остальное уже будет на основном вязании. Это просто эти ряды. Главное вот это перемещение маркера. Его можно, конечно, было избежать изначально, но я об этом не подумала, видите. Так, 17 ряд. Накид
3 вместе. Накид, 3 изнаночные, 9 лицевых. Три изнаночные. И еще один раппорт. Накид. 3 вместе лицевой. 3 изнаночные. 9 лицевых. 3 изнаночные. И так по кругу. Далее у нас пойдет 18 ряд, который у меня уже есть. Я еще раз прошу прощения, девчонки, за неудобство. Ну, лучше так, чем вообще никак, потому что свитер действительно классный. Мне он нравится. Вот уже он в финише, и мне он очень нравится, поэтому вот так. Итак, 18 ряд, девчонки, смотрите, она нарисовала, перечеркнула. Значит, одна изнаночная, лицевая, потому что перечеркнула, потому что забыла, что еще должен быть как бы изнаночный ряд. 4 изнаночные, 2, 3, 4. Девять лицевых, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Давайте еще раз. 1 изнаночная, 1 лицевая. Что-то не пойму. Я перерисовываю с этой схемы, которую я переделываю. 1, 2, 3, 4 изнаночные, 9 лицевых, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот она мне, я попробовала на образцах, и она мне, эта схема, не понравилась. Думаю, ее надо переделывать. Вот я ее переделываю, как бы под себя адаптирую. Вот на мой взгляд, возможно, вы со мной поспорите, но я так вижу. У каждого из нас видение свое, правильно? Правильно. Так, и 3 изнаночные. Еще раз сейчас раппорт, еще один провяжем. 18 ряд. Ну и смотрю я на эту схему, и там вот эти пробелы. Не могу понять, зачем они нарисованы. Я вам все-таки вот эту схему потом в готовом виде, без пробелов, нарисую нормально. Вот что это? Я просто перерисую. Сейчас до меня доходит, вот зачем это все. Вот эти. Чтобы непонятно было. В общем, нарисую еще одну. Значит, 1 изнаночная, лицевая, 4 изнаночных, 2, 3, 4, 9 лицевых, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 3 изнаночные, 1, 2, 3. И так по кругу продолжаем. Так, 19 ряд. Вот, 19 ряд у нас получается, смотрите, опять же, опять у меня вот это вот, значит, вот это не считается. Я перерисую, девчонки, вам схему, и все. И вот это вот, одна изнаночная, переносим сюда, чтобы не переносить нам маркер. Значит, изнаночная, накид, лицевая, накид, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Здесь 2 вместе лицевой с уклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с уклоном вправо, там мы уже формируем лепесток. 3 изнаночные, 2, 3, вот до маркера, и 1 после маркера. Это уже новый раппорт. Изнаночная, накид, лицевая, накид, 4 изнаночных, 1, 2, 4, 2 вместе лицевой с уклоном влево,
5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 3 изнаночных. Вот такой вот раппорт у нас. И вяжем по кругу. Итак, 20 ряд не написала. Значит, 20 ряд у нас 2 изнаночные, 3 лицевые. Теперь у нас уже здесь треугольник будет расходиться лицевыми. 3 лицевые. Это накид, лицевая, накид. 4 изнаночные. 2, 3, 4. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 3 изнаночные. 1, 2, 3. Еще один раппорт. 1 изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 3 изнаночные, 1, 2, 3. И продолжаем все раппорты. Так, ух, слетел мой маркер. Девчонки, 21 ряд. Изнаночная, накид, 3 лицевые, накид, 4 изнаночные, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 3 изнаночные. Поехали. 1 изнаночная, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Накид, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с уклоном влево, поворачиваю петли и провязываю. 3 лицевые, 1, 2, 3. И 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Еще один раз раппорт пройдем. Изнаночная, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Накид, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с уклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с уклоном вправо и 3 изнаночные. И так целый круг. Так, 22 ряд, девчонки, и изнаночная, 5 лицевых, 4 изнаночных, 5 лицевых, 4 изнаночных. Здесь все просто. Изнаночная, 5 лицевых, 4 изнаночных, 4, 5 лицевых, 4, 5, 4 изнаночных, 3, вернее 3, да, 3, 4 у нас здесь, 4, вот, далее 5 лицевых, наверное, самый простой ряд из всех рядов. 4 изнаночные, 5 лицевых и 3 изнаночных. И так кружочек проходимся. Вот мне вот здесь вот далее, девчонки, схема кажется очень такой вот непонятной. Дальше у нас не идет никаких добавлений. Ну ничего, я вяжу, а там посмотрим. Значит, 23 ряд. Изнаночная, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с уклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 3 изнаночных, 2, 3. Еще раз, еще один раппортик. 1 изнаночная, накид, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, накид, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с уклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном вправо и 3 изнаночные. И так целый круг. Итак, 24 ряд, девчонки, изнаночная, 7 лицевых, 4 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных. Изнаночная, 7 лицевых, 3, 4, 5,
6, 7, 4 изнаночные. Раз, два, три, четыре. Три лицевые. Раз, два, три. И три изнаночные. Раз, два, три. Еще один раппорт. Одна изнаночная, 7 лицевых, 4, 5, 6, 7, 4 изнаночные, 1, 3, 4, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 3 изнаночные. И продолжаем по кругу. Так, далее у нас 25 ряд. 1 изнаночная, накид, 7 лицевых, накид, 4 изнаночные, 3 вместе, 3 изнаночные. Вяжем. 1 изнаночная, накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 4 изнаночные, 3, 4 и 3 вместе лицевой, как мы вязали здесь. Вторую ставим на место первой. И провязываем 3 вместе лицевой. Так, 3 изнаночные. Еще один раппорт. 1 изнаночная, накид, 7 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 4 изнаночные, 3, 4, 3 вместе лицевой и 3 изнаночные. 1, 2, 3. И так все раппорты, еще 10. Итак, девчули, 26 ряд. 1 изнаночная, 9 лицевых, 8 изнаночных. По итогу всего 9 у нас. 1 изнаночная, 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот она, 9-я. Либо 1, вот она. 1 изнаночная, 9 лицевых. 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 8 изнаночных. Этот лепесток у нас уже закончен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И так еще 10 раппортов. Так, девчонки, я уже 27 ряд перенесла сюда и совместила их, потому что меня это бесит. Вот, я вам перерисую схему. Это не считается, опять же. 1 изнаночная, накид, 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 3 вместе изнаночная, здесь мы ничего не меняем, и 2 изнаночные, 1, 2, третья, вот она, вообще-то 3. Да? Вот, и снова 1 изнаночная, вот она, накид, 9 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид, 3 изнаночных, 1, 2, 3, 3 вместе изнаночные и 2 изнаночные. И продолжаем еще 10 раппортов. Так, 28 ряд, девчонки. 1 изнаночная, 11 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, и 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вообще-то их 7, но 7-я, вот она, изнаночная, 11 лицевых и 6 изнаночных. И продолжаем по кругу. Так, 29 ряд, девчонки, смотрим. Изнаночная, накид, 11 лицевых, накид, 2 изнаночные, 3 вместе изнаночные
Изнаночная. Я, наверное, надо было по-другому 3 вместе нарисовать, раз это изнаночная. Ну да ладно, я все равно показываю. Накид 1 изнаночная, накид 11 лицевых. 11, накид 2 изнаночные, 3 вместе и изнаночные, и здесь у нас 1 изнаночная, а вторая уже во втором рапорте. Изнаночная, накид 11 лицевых, 2 изнаночные, 3 вместе изнаночной, еще 1 изнаночная, и так до конца ряда. Так, 30 ряд, девчонки. 1 изнаночная, 13 лицевых, 4 изнаночные. 1 изнаночная, 13 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 и 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Давайте еще один. Изнаночные, 13 лицевых. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И так вяжем целый круг. Так, 31 ряд. Изнаночные. Накид 13 лицевых. Накид, 1 изнаночная, 3 вместе и изнаночной, и маркер. Еще раз, 1 изнаночная, накид 13 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, накид 1 изнаночная, 3 вместе изнаночная, и так целый круг. Так, 32 ряд, у нас 1 изнаночная, 15 лицевых, 3 изнаночные. Я один раппорт покажу. 1 изнаночная, 15 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 2 изнаночные, и так далее. Так, 33 ряд, девчонки, срываем маски. Ну вот здесь вот я еще пока провяжу вот эту изнаночную. Здесь начнем с накида. И уже маркеры я убираю. Накид 15 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Накид 3 изнаночные. Вот 2 отсюда, а 3 у нас по ту сторону маркера, поэтому мы их снимаем. Так, вот здесь вот накид не забываем, 3 вместе, накид и 15 лицевых, и так далее. Накид вместе изнаночные, накид, и поехали дальше, и снимаем все маркеры. Так, вот я
уже у меня провязаны все как бы маркеры, и вот последний там, где мы сняли, ну не провязали, вернее, я сняла, не провязала 3 петли вместе. Так, накид, вот они 3 вместе, это начало ряда. Все, девчонки, и накид здесь у нас уже был, который мы теперь провязываем лицевыми. Далее все вязание у нас переходит на лицевые петли. Я сейчас хочу. Так, и обещанная схема в конце, девчонки, вот перерисованная, готовенькая, свеженькая, красивенькая. И вот свитер вообще бесподобный получается, с азиатским ростком. Вот, поэтому, девчонки, вяжите, 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 вяжите. А, что касается, еще хотела сказать в конце этого видео, что касается пряжи. Девчонки, у меня уходит где-то вот этой по 100 метров моточек 600 граммов. Поэтому вот этой вот, у этой метраж Allegro, метраж больше. Поэтому упаковка вполне себе хватит на такой вот джемпер, девчоночки. Поэтому вот, что я хотела сказать про пряжу. Что упаковки одной вам хватит, 10 моточков. Ну, в принципе, хватит на вот этот вот размер, который вяжу я, 48-50. А если и ту длину, которую я вяжу, если размер больше, тогда ориентируйтесь. Все, девчонки, на сегодня все. Все остальное, росток азиатский и все, и реглан удлиненный в следующем видео. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.